система подогрева, теплые полы. Сейчас они выключены, тюльпаны не любят теплые низ. Значит, директор горзеленхоза объясняет мэру, как работают в теплице зарубежные технологии. Они появились здесь год назад вместе с частным инвестором. За год ни копейки из городского бюджета не понадобилось. И сегодня мэру все нравится. И технологии, и тюльпаны. Я очень люблю, когда, и мне кажется, город здорово украшает, когда тюльпаны такие ярко-желтые. Раскрашивает город, очень ярко смотрится. И вот на фоне многих наших скверов. Поэтому я за желтые тюльпаны в основном. Потом у нас очень много роз в этом году будет высаживаться. Ну, а тюльпаны очень здорово, посмотрите, практически во всех европейских городах. Основным, мне кажется, цветком, который высаживается на клумбах, там, в скверах, является тюльпан. Инспекция из мэрии довольна. К озеленению города все готово. Но то, что цветет сейчас в теплице, пока пойдет на букеты к 8 марта. Цветы пакуют, отвозят в специальные холодильники, а оттуда их выкупают магазины. В день. Ну, бывает и по 10 тысяч, даже было как-то 15. Вообще мы сажали 140 тысяч тюльпанов в этом году. Сейчас здесь расцвело 35 видов тюльпанов. Почти все они достанутся к 8 марта прекрасным томичкам. А на этой клумбе растет сюрприз для Герхарда Шрёдера. Бархатцы, петунии и алисумы. 25 видов летних цветов расцветут на клумбах города аккурат к саммиту России и Германии. Мы там предусмотрели цветочные панно, флаг Германии и России. Наш герб где-то обязательно надо учесть. Ну, сделали предложение у нас, когда утвердит наше начальство это все тогда, значит, мы будем готовы их это создать. В горзеленхозе подумывают и о том, чтобы создать дендрариум. Тогда через несколько лет на улице города можно будет высаживать новые деревья и кустарники.